10 августа в рамках поездки в Габалинский район президент Илхам Алиев принял участие в открытии после капитального ремонта автомобильной дороги Нухургышлах-Тюнтюль-Енгидже. Председатель открытого акционерного общества «Азеровтоил» Салих Мамедов проинформировал главу государства о том, что автомобильная дорога Нухургышлах-Тюнтюль-Енгидже – дорога местного значения, ответвляющаяся от 52-го километра автомобильной дороги республиканского значения Гарамярьям-Исмаил-Лышеки. Протяженность реконструированной двухполосной дороги 4-й технической категории составляет 12,2 километра, ширина 6 метров. Ширина земляного полотна в зависимости от территории пролегания составляет 8-10 метров. В ходе реконструкции были укреплены деформированные участки проезжей части, на дорогу уложено новое асфальтобетонное покрытие. В целях регулирования движения автотранспортных средств в необходимых местах построены автобусные стоянки, установлены дорожные знаки, проведена работа по разметке дорожного покрытия. Значительно облегчая передвижение почти 7-тысячного населения трех населенных пунктов Габалинского района, эта дорога также обеспечивает беспрепятственный выезд на трассу Гарамярьям-Исмаил-Лышеки, а также создает удобства при поставках сельскохозяйственной продукции в районные центры.